В ночном вагоне тишина, и в настроении странном я у вагонного окна в пустом купе сижу одна, как у телеэкрана, ни звука. Впрочем, есть они в колесной перебранке, а тьма густа черней чернил, слепят лишь яркие огни на редких полустанках, а в небе россыпью зерна созвездий многоточия, и по ту сторону окна плывет за поездом луна, попутчик мой полношный. Пора бы мне уснуть давно, да вот, увы, не спится, и это темное окно мне крутит длинное кино про ночь, что мимо мчится. Спасибо. Закончил выступление Валечка. Приглашаем.